Ты, блин, да дверь открылась в это время. Ну, блин, а мне не повезло. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Радокс, Дак Драгон, Васаби, Скромник. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем здорово. Меня украли клюв. Сегодня мы играем в Гаррис Мод и самая любимая ваша рубрика «Аниматроники пугают охранника». Сегодня у нас Дак Драгон будет злым аниматроником, а мы с пацанами будем выживать. Если тебе кушать, приятного аппетита. Погнали. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ага. Эти аниматроники очень страшные, да? Да, это стрёмно. Да. Ты куда? Ага, уйди. Она пьяная слишком. Ну да. Там, кстати, есть классные аниматроники, которые издают звуки прикольные. Разговаривают. Так, я вижу, он там стоит. Ушел. Отлично. Так, пытается нас запутать. Ну, конечно, мы же с пацанами не поддадимся. Отлично. Опять с этой стороны пришел. Ну, ты хитрый. Дар Драгон, молодец. Я знаю. Так, идет с той стороны вроде бы. Ну его по звуку слышно прям очень хорошо, да? Его нету еще. Я вижу, молодец, прям вовремя дверь закрыл. Немножко аж страшновато было. Отлично. Тогда тебе повыглядываю. Грегори, дай пройти. Так ты сам Грегори. Я тоже Грегори, да? Да. Он Монти. Монти? А Монти побыстрее будет, надо будет успеть забежать. Так, давайте камеры поклацаем. Ё-моё, да успел! Да ладно, красавчик, немножко жизни отняло у меня. Так, давайте поклацаем реально камеры. А! Да что ж ты сделал? Ха-ха-ха, никого не ударил, никого не смог ударить. Ха-ха-ха. Ну правильно, как все по канону FNAF 9. Надо ударить прям рукой. Кстати, от Монти реально легко убегать. Так, осторожно. Осторожно. Ушел. Пацаны, чекайте здесь внимательно. Идет? Идет, осторожно. Опять бежит! Да закрой! Фух. Нифига себе, ты мог бы через двери нас ударить, кстати. Насколько я знаю, можно так убивать. Да что ж ты сделал? А, дверь сама открылась. Так, Дар Драгон, ну ты же добрый вроде бы. Пьяный. Отлично, сейчас ударит. Прям пьян. О, привет. О! Все-таки убил. Я все-таки, знаете, я думал на не таком большом расстоянии. Монти бьет на большом расстоянии, о, ребята. Да что ты опять пришел? Отвали! Да, Грегори, пропусти. Что-то творится в канале какая-то. Да ты смотри, не может ударить. Неудобно. Прикольно, будем этим пользоваться. У нас сегодня какие-то аниматроники слепые. О, убил все-таки. О, что, он ушел. Привет. Зачем ты пришел? Ну, сам закрыл дверь. Тогда нам зайти в наш офис. Опять бегает, да? Отлично. Все, ушел. Так, энергии не хватает. Зачем ты закрываешь? Нормально. Пойдет? Я так 100 раз сделал. Это мои слова. Ладно, я так 101 раз сделал. О, это уже по-другому. Так, пацаны, вы его видите? Нету. На камеру. Да, чекайте. Смотри, Радекс по камере. Он притих специально, чтобы резко напасть. Я знаю, Дар Драгон так всегда делает. Да, он медленный. Аниматроники сегодня очень умные. Он за спринкрафт. Пришел, да ты все-таки пришел. Так как, он так тихо ходит, да, пацаны? Он тихо ходит. А как это мы вообще не услышали ни одного звука? Да ты задрал, отвали! Чумазик! Ты так хочешь от нас? Прекращай! Где он? Дайте почекаем камеры. Ты ненормальный, что ли? Он, да, он психованный. Согласен. Так, подожди, это сцена. Опять пришел. Я закрыл. Да энергии нема, ну что ты? Нет. Сейчас другого возьму на жопу. Давай, покажи, на что ты способен. Давай, заходи. Заходи. Осторожно, пацаны. А где Радекс? О, пришел.
Так, да, три Грегори. Да. Где он? Вы видите? Я не... Посмотрите на ту Давайте почекаем, чекаем камеры. По этой части идет. Тут же есть подвал еще, пацаны. Может, в подвал потом спустимся? Он идет. Идет? Кого он взял? Балонбой. Кошмарный. Да ладно. Я говорил, что же будет плохо. Так ты хитрый. Никто не запрещал. Стойте, фонарики! Включаем фонарики. Ой, включай, включай, включай. Слушаем. Ай, не успел. Да как его нереально увидеть? Он еще невидимку, да, пацаны, подрубает? Нет, нет, не без винтовки. Я без этого хожу. Мне интересно. Так, я теперь по этой части, ты по той. Радекс. Ты как-то плохо их видишь. Hello. Он вентиля... А, это что? Hello. Кто вентиляцию? Это я. Ага. Ну там был бомбы. Привет. Хитрый. Что-то у меня так нога там выкрутилась стрёмно. Отвали, отвали, отвали. Убивал наших всех. Чё, Дима не выберет? Да? Ох, блин, за жопу укусил, аж немножко поджал ноги. Заделываем все дырки от этих злых аниматроников. Как мухи лезут везде. Я не вижу его там. В следующий раз мы, наверное, будем снимать, будут все аниматроники и один охранник. А кто будет охранником? А мы не знаем. В комментариях напишут, если хотят. А мы так и сделаем по-любому. Я слышал. Солнышко. Бежит, 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 бежит. Отлично, отлично. Эй, слышь, ты меня чуть не убил через двери. Это я твой... Да как? Вот она, Луна. Я пришлю. О, а как ты в Луну превратился? Я не знаю, у меня урон как-то нанес. А, когда урон наносится, ты становишься вот этим чел... Да ты задрал! Нифига себе он бьёт! Да ладно, я подлежу немножко, пусть он поубивает пацанов, я ванал. Офигенная озвучка, мне нравится. Круто все сделано. Отлично! Отлично, отлично. Когда он бегает, он погремушками такими издает звуки. Слушайте! У него еще озвучка такая прикольная. Да-да-да-да. Все как в игре. Я внимательно слушаю. Кто там в двери левый стоит? Это я. Я успел. Где он? Погремушничек. Их. Убил красиво нашего пацана. Мне понравилось. Бежит. Откуда? Сюда. Вот. Не подходи к двери, он тебя убьет. Это особенность аниматроников. Он может убивать через двери. Ты чё, у нас дверь да села? Ты задрал, двери сели! Отвали! Ха-ха! Я успел. Он говорит что-то за детей. Он не любит, чтобы он непослушных детей. Я вспомнил озвучку. А вы непослушные дети. Мы послушные дети. Типа грязный, грязный мальчишка. Опять прибежал, смотрите. Пацаны, если придет Фредди, он добрый, да? Чисто понял. Теоретически. А он не может дамаг наносить. В него не надо садиться. Слышите этот звук? Нет. Где как она? Интересно, по бокам стали. Так, а как? Учись, я бы смог обмануть. Она звуки не издает, да, вообще никакие? Вроде должна была. Издает. Нет, топот. Ну, не разговаривает. Она должна Нет. плакать. Да, могу это... взять целую. А, это поломана, она не разговаривает. Она разговаривает, она плачет. Ой, я слышу, вот. А ну, чек, где она там? Идет. Молодцы, молодцы, пацаны. Еще бы чуть-чуть бы убило. Не, она может убить, ты просто далеко стоял. В смысле, плотно практически стоял. А ну еще раз вот махни.
А ты, блин, да дверь открылась в это время. Ну, блин, мне не повезло. Ого, меня перекрутило. В чем у меня голова лежит? А, то мне так показалось. Да все, успокойся. Да ты псих какой-то. Я его закрыл. Это аниматроники какие-то бешеные. Да так как? Да успокойся, псих. Он, пацан, отрывается за все разы, которые нас должен был убить. Выпьем водички. Вот. Пацан, тут можно жизни брать. Пацаны, я иду в подвал. Тут очень круто в подвале. Подвал, я еще подвал. Так, подожди, я уже забыл, как к нему идти, но он где-то тут есть. А, вот, нашел. Я в подвале, пацаны. Здесь вообще стрёмно очень. Я нашел подвал. Вот, смотрите, он бегает здесь. Он же к тебе прибежал. Вот-вот-вот-вот, бегает, Рокси. Может, NPC потом много штук поставить? Это было бы эпично, повыживать. А не, он ушел. Ушел, да? Да. Там сейчас найдет нас, не переживайте. Он знает, где подвал, но он ушел почему-то. О, тут можно в шкафы залазить или нет? О, как раз три шкафа. Отлично. Ой, вообще жир. Немножко низковатый, Грегори, но ничего. А там еще шкафы есть. Три сразу штуки. Рядом. Вы его видите? Нет. Ночной режим активирован. Я же двери не могу открывать. А, да, 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 да. Ну ты можешь убивать через двери. Это было страшно. Где он? Ой! Отвали. Я открыл дверь, чтобы посмотреть, где он, и тут бац. Иди ко мне. Надо на него урон нанести, и тогда он этот будет более злей. На. Ой. Ай-яй-яй. Не разозлился, не? Нет, вот. О, это будет веселее. Такой голос у него зловещий. А я его вижу. Видишь, да? Он в подвале стоит. Отвали. Ты меня не убьешь. Я очень умный, Грегори. А, нет, и вот. Прикольно, погремушки звенят. Если честно, очень страшно. Пригвождается он или нет? Как вы думаете? Думаю, да. А ну где он? Хотя нет. А где он? Он возле. Он тут по подвалу, да, бегает? Он в офисе уже. Рядом. Он уже в офисе? Нашему. Он меня хотел зажать. Бей. Где ты? Челепиздрик. Вот он. Ты куда? Он убежал. А где он? Он что, издевается? Ой, блин, в голову, Грег. Извини. Это, знаете, у меня просто рефлекс. Вижу, вижу, вижу. Не пригвождаешься? Да ты офигел, это нечестно. Блин! Дима, сбеги. Его убить же невозможно. У него жизни нереально много. А что ему сделать? Как его убить-то? Отвали. У него жизни, чтобы ты понимал, больше, чем у скромника. Да я знаю, у него прям нереально много жизни. Он бегает и махает своими крыльями. Просто петух его не может убить. Только админский пистолет. Все? Не может убить меня. На тебе, башка. Дима. Да. Честно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Новости, отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.